концерт 21-го международного фестиваля «Баян и Боевичная». Воронежская фабрика «Акко» представляет. Год своего 60-летнего юбилея на нашей сцене народный артист России, профессор Воронежской академии искусств Александр Скляров. Евгений Дербенко, сюита капричиоза в четырех частях. Капричо, минуэт, ламенто, рондо. Thank you.
Сонатина «Улыбнись, Моцарт» в двух частях. «Анданте» и «Ронда лето». Thank you.
Евгений Дербенко, «Минуэт и галоп».
французская баллада. Thank you.
Моцарт. Потерянный клоун.
Александр На Юн Кин. Интродукция и рэгтайм. В памяти Вячеслава Черникова. Thank you.
заключение первого отделения прозвучат елецкие наигрыши Евгения Дербента. Thank you.
сне, а теперь в маленьких песках Клод Тома «Луч солнца». Я всегда говорю, что раньше я играл как хотел. Теперь простите, что не так, как могу. В 1959 году у меня был очень плохой баян, кусковой, в Тринитале первое пение. На следующий год Саша едет в Брюгге на Кубок мира, у него баян был еще хуже. Он говорит, слушай, дай мне, я ему, значит, он брал заниматься,
А потом с ним и на конкурс поехал. Приезжает, естественно, с первой премией. Так что вот этот баян, хоть он и не очень был, а он оказался таким. Ну, короче говоря, после этого мы с ним пошли в магазин. Нет, ну здесь я потихонечку буду говорить, а вы никому не рассказываете. Мы купили бутылку Старки, сели в комнате 65 вдвоем, посидели, а потом каждый из нас сыграл сложнейшую органную прелюдию фугу «Ля минор», помнишь, Саша? Органную прелюдию фугу, он ее играл на конкурсе, и я играл. И мы ее сыграли от начала до конца, и ни один из нас не сбился, потому что ни один из нас не спился. Ну это шутки. Саша, всегда твой приезд – это событие, я думаю, что во всех уголках планеты, а для родных стен это особенно. Я 10 лет назад на этой сцене произнес слова, которые хочу сегодня повторить. Наш фестиваль приглашает музыкантов разных поколений, из разных стран Европы, Америки, стран СНГ. Мы прослушали практически, мы знаем всех музыкантов. Мы знаем цену каждому. Но среди нас есть музыканты, которым нет цены. И среди них народный артист России, профессор Воронежской академии искусств, выпускник и гордость нашего факультета, нашей академии, гордость всей музыкальной России Александр Скляров. Что в следующее издание
попадает не только Александр Владимирович, но и мы делаем целую главу, посвященную русскому баяну. Этот сертификат мы вручаем Александру Владимировичу Склярову, народному артисту России, профессору Воронежской академии искусств к 60-летнему юбилею за огромный вклад в развитие и пропаганду российской баянной культуры в мировом сообществе. Спасибо вам!